Признаюсь сразу, что пеку булочки подобной формы впервые и сразу на камеру. Мне очень понравился вид выпечки, подсмотренный в интернете, но состав теста, начинка – это мое все, проверенное. Забегая вперед, скажу, что булочки оправдали все мои ожидания и оказались настолько вкусные, как всегда воздушные из этого теста, что достойны моего кулинарного блога «Мамины советы». И детям своим я с радостью расскажу про этот рецепт. Пусть учатся готовить. Тут все просто. Нам понадобится 200 мл теплого молока, 2 столовые ложки сахарного песка, 7-8 грамм сухих дрожжей, 1 яйцо, 80-100 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка растительного масла, 350 или 400 грамм пшеничной муки, половина чайной ложки соли, грецкие орехи и молоко для смазки верха, можно желток. В глубокую миску наливаем теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи и перемешиваем ложкой или венчиком. Даем постоять минут 10, чтобы дрожжи начали действовать. Затем добавляем яйцо, ложку растительного масла и примерно 30 грамм растопленного сливочного масла. Тщательно перемешиваем. 350 грамм муки просеиваем в смесь через сито. Добавляем соль и замешиваем тесто. Нельзя сказать сразу точное количество муки. Просто высыпьте на стол рядом небольшую горку и берите по необходимости немного в тесто, пока оно не начнет отлипать от рук. Затем старательно месим еще минуты 3. Перекладываем тесто в миску, накрываем пленкой или полотенцем и даем подойти 1,5-2 часа в теплом месте. Когда оно увеличится в размере, обминаем его и разделяем на 2 примерно равные части. Мы делаем сразу 2 комплекта булочек. Раскатываем часть теста на присыпанном мукой столе до 7-8 мм примерно. Ширина прямоугольника не должна превышать длину вашей формы для выпечки. Смазываем его растопленным сливочным маслом. Сверху посыпаем толченым грецким орехом. Сворачиваем рулоном. Разделяем рулет на 6-8 частей, но не до конца. Низ не затрагиваем. Выкладываем тесто в форму для выпечки хлеба. Затем раздвигаем кусочки в разные стороны. Вот как я это делаю. Теперь проводим подобные танцы с бубном со второй половиной теста. Накрываем форму полотенцем и даем постоять минут 15-20, пока нагревается духовка. Затем смазываем верх молоком, можно желтком, кто чем привык. Отправляем булочки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Даем немного остыть и достаем из формы. Вот такая красота у нас получилась, даже несмотря на то, что я готовила их впервые и немного переживала, что нарезала все криво. Теперь буду готовить эти булочки часто, очень оригинальные и вкусные. Правда, с формой нужно немножко потренироваться, но учитывая аппетиты моей семьи, ко мне это придет быстро. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. И подписывайтесь на канал «Мамины советы», где я делюсь своими самыми любимыми рецептами.